осьминожки. Палка, палка, огуречка, вот ты вышел, человечек, вот ты вышел, человечек. А теперь добавим ножик, получился осьминожик. Ля-л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 я
получился осьминожек. Жил осьминог со своей осьминожкой. И было у них осьминожков немножко. Все они были разного цвета. Первый зеленый, второй фиолетовый, третий, как спелая ягода, красный. Словом, не дети, а тюбики с краской. Была у детишек плохая черта. Они как хотели, меняли цвета. Каждый мог сделаться цвета любого, от темно-красного до голубого. Вымоет мама зеленого сына, смотрит, а он не зеленый, а синий. Синего мама еще не купала, и начинается дело сначала. Нет, он купаться нисколько не хочет, просто он голову маме морочит. Папа с детьми обращается проще. Сложит в авоську и в ванной полощет. С каждым возиться немного ли чести. Он за минуту их вымоет вместе. Но однажды Камбала маму в гости позвала, чтобы с ней на глубине поболтать наедине. Мама рано поднялась, мама быстро собралась, а папа за детишками остался наблюдать. Их надо было разбудить, одеть, умыть и накормить, и вывести гулять. Только мама за порог, малыши с кровати скок, стулья хватит, подушки хватит и давай воевать. Долго сонный осьминог ничего понять не мог. Желтый сын сидит в графине, по буфету скачет синий, а зеленый на люстре качается. Ничего себе, день начинается. Теперь завтрак. Бедный папа, вот беда, не готовил никогда. А детей накормить надо. И папа разыскал на кухне бутылку с рыбьим жиром. Ничто так не пугает мир, как всем известный рыбий жир. Никто его не хочет пить, ни дети, и ни взрослые, и детишек накормить им, право же, непросто. Полдня носился с ложками отец за осьминожками, кого ни разу не кормил. В кого 15 ложек влил. Солнце греет лучше печки. Папа дремлет на крылечке. А детишки, осьминожки, что-то чертят на дорожке. Словом, все теперь в порядке. Но какой-то карапуз где-то раздобыл рогатку и давай стрелять в медуз. Папа изловил стрелка и поколотил слегка. А это был вовсе не папин сынок, а просто какой-то чужой осьминог. И папа чужой говорит очень строго: я своих маленьких пальцем не трогаю, с вами теперь поквитаться хочу. Дайте я вашего поколочу. Ладно, берите какого хотите.
только не очень-то уж колотите. Выбрал себе осьминог малыша, взял и отшлепал его не спеша. И закричал тогда папа чужой: «Батюшки Светы, да это же мой! Значит, мы шлепали только моих, так что теперь вы должны мне двоих!» А осьминожки запутались в клубок, где свои, где чужие, не разберешь. Вот что, дорогой сосед, выхода другого нет. Давайте мы их попросту разделим пополам. Половину я возьму, а половина вам. Ура! Если б не безделица, 19 пополам, кажется, не делится. Устали, замучились обе семейки и рядышком сели на длинной скамейке. Ждут, ну когда ж наши мамы вернутся? Мамы-то в детях своих разберутся.